сделан, тротуары готовы. В администрации города рассказали, на каком этапе работы в парке имени Кирова. По данным подрядчика, каждый день на объекте находится не менее 80 рабочих. Дополнительная бригада выполняет монтаж гранита на каскаде. Параллельно в районе прудов монтируется освещение. На нижнем водоеме оборудование уже установлено. В ближайшие дни его планируется подключить. Ход работ контролируется ежедневно, сообщили в мэрии. Также в парке появляются новые деревья. Во вторник там начали создавать аллею спорта. Посадкой деревьев и кустарников занимался в том числе сам глава администрации Вячеслав Симаков. Звучал негатив от населения о том, что были спилены зеленые насаждения, деревья. То есть мы убирали аварийные деревья и говорили о том, что взамен 160 аварийных деревьев мы в конечном итоге на территории парка высадим около 1000 зеленых насаждений. Высажено около 40 саженцев, липы, рябина, ель и сирень.